Всем привет! Белорусское общество знания организует общественно-просветительский проект в режиме правды. Сейчас я еду во Дворец Республики в Малый зал. Там состоится именно это мероприятие. Будут выступать самые известные политологи Беларуси, блогеры и прочие компетентные люди в вопросах политики. Так что погнали вместе со мной! 24 ноября сегодня, и так стремительно темнеет, это потому что пасмурная погода. Кстати, уже поставили елку, обратите внимание. Еще не нарядили, правда? Так, иду к Малому залу, Дворец Республики. Еще время есть. Так, мне выдали мерч в режиме правды. Так, мы пришли пораньше. Тут еще пока идут приготовления полным ходом. Вот как все выглядит. Так, более подробную информацию можно в телеграм-канале получить и в инстаграм. В зрительном зале пока только волонтеры. Такую здесь поставили фотозону. Здравствуйте, здравствуйте. Как настроение? Как бодрость духа? Бодрость нормальная, настроение тоже хорошее. Настроение новогоднее. Спасибо. Настроили, настроили. Голосы из места. Чувак, это рэпчик. Ты слышишь, что играет? Интересно, что это за группа? Так, уже запускают людей. Григорий пришел, Озаренок. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, и здесь столики для регистрации. Проверяем регистрацию. Вы знаете, импульс дал президент нашей республики еще 9 августа на большом разговоре. Он сказал, что очень много фейков создается, лживой информации, но сила правды, она все разрушает. И мы поняли, что мы-то эту правду знаем, нам есть что сказать. Но нужно использовать новые методы, новые формы, для того, чтобы разговаривать с разными категориями людей, с молодежью, с пожилыми людьми, с бизнесменами, с работниками школы, с военнослужащими. И вот группа молодых инициативных ребят, которых, ну, привычно называют блогерами, но далеко не все они блогеры, они проявили себя в августе прошлого года. В августе они просто спокойно жили, растили детей, работали, развивали свой бизнес, но поняли, что вот то, что стало происходить, это угроза для них обычного, как кажется по-белорусски, ладу життя. И нужно что-то делать. И сейчас, когда мы находимся тоже в очень важный момент, момент, когда происходят конституционные изменения в нашей стране, мы решили, что необходимо вот проехаться по всем городам и весям, как принято говорить, нашей страны, что происходит, рассказать правду. Мы не боимся той лжи, которую пытаются противопоставить нам. Последние диктатуры Европы, белорусы сами организовали кризис беженцами, там еще что-то и так далее. Нам есть что сказать, нам не нужно придумывать.
Но при этом это можно делать в самых разных формах, в современных. Ведь информацию общественно-политическую можно доносить и через музыку, как доказали это «Голос из места». Можно это делать в Инстаграме, в ТикТоке, в Ютубе, в прямых встречах, по которым люди уже соскучились. Вот все эти формы мы собираемся применять в рамках нашего большого, как мы надеемся, масштабного проекта «Народные просветительские программы в режиме правды». Но это будет не только в сети проект, правильно? То есть будете вы... Даже смотрите, само название в режиме. Часто говорят «режим Лукашенко», и в слово «режим» вкладываешь вот такое негативное, отрицательное. Но на самом деле режим – это политический режим, и демократия – это тоже политический режим. Мы не боимся этих слов, мы не боимся штампов, не боимся стереотипов. Простой пример. Вот когда противостояние нашего национального государственного флага и БЧБ. Вокруг БЧБ понасоздавали кучу мифов, которые опровергли наши ученые. Не придуман он там в 15 веке, он появился в 20-м и так далее. Но если ты веришь во что-то, зачем тебе под это создавать миф? Зачем тебе под это создавать какие-то легенды, которые легко опровергаются? Ну, мы собираемся говорить правду. Мы привлекли для этого большое количество экспертов, людей, знающих. И с нашими согражданами будут разговаривать те люди, которые состоят, которые в теме, которые понимают то, о чем они говорят, и отвечают за то, что они говорят. И это не значит, что мы будем отмечать, что все у нас там идеально, все прекрасно. Конечно, проблемы есть, но все люди, которые работают в этих отраслях. Но кто знает реальное состояние медицины, как и сами медики? Кто понимает, на каком уровне у нас находятся наука и технологии, как и сами ученые? Вот мы и собираемся устроить такие дискуссии, беседы. Это не диалоговая площадка. Это некая форма новая. Возможно, там будут TED-презентации, что-то еще. Но здесь самое главное, мы не гонимся за формой. Для нас главное содержание. А если есть содержание, то любая форма, даже там, самая новая, самая креативная, она очень круто ляжет. Главное – смысл. Вот мы идем за смыслом, мы идем за правдой. Сегодня даем старт, у нас уже дорабатываются графики. Безусловно, это тесно привязано и к тем изменениям, которые сейчас вносятся в Конституцию. Мы ждем, когда Конституция будет вынесена на всенародное обсуждение, и планируем синхронизировать эти поездки с всенародным обсуждением Конституции. Потому что, конечно, сейчас это будет главное, то, что волнует людей, какие же там будут изменения, как это повлияет на нашу жизнь. И нужно объяснять на простых, доступных примерах, что это даст домохозяйкам, что это даст рабочим, что это даст нашим крестьянам, бизнесменам, студентам, интеллигенции, при самым разным слоям. Мы это собираемся делать. Так, представители прессы, ВТ, УНТ, СТВ, я смотрю. Вы думаете, какую правду нужно доносить до людей? Вот, может, правду они не знают. Да. Прошло очень много времени, и молодое поколение, может быть, уже не понимает значимость того референдума, который состоялся тогда в середине 90-х годов. Я прекрасно помню те события, благодаря тому, что секрета нет, мой отец был тогда активным участником этих событий. И тогда было противостояние Верховного Совета и президента. И самое удивительное, что тогда мы впервые, наверное, в Беларуси, после развала СССР, увидели, что такое предавать собственную идеологию, предавать людей. Когда в Верховном Совете Белорусский народный фронт, это крайне националистическая организация, объединилась с партией коммунистов Калякина, это уже другие коммунисты были, не те, что сейчас, предав свою идеологию, предав все, что угодно, ради одного, ради власти, любой ценой свергнуть президента страны. Все то же самое, что мы видели в 20-м году. Любой ценой, программа не важна, идеология не важна, любой ценой получить власть. И если бы тогда Верховный Совет победил, Беларуси бы уже не было. Это было бы хуже, чем на Украине ситуация. Референдум тогда спас страну. Референдум тогда показал, что воля народа выше политических амбиций отдельных политиканов. Кстати, все повторилось. Они сбежали все тогда за границу. Где Шарецкий? Председатель Верховного Совета, в Америке, живет, процветает, бросил свою страну, бросил людей. Все было тогда то же самое, что в 20-м году. И тогда референдум спас страну, спас. И сейчас, когда мы в феврале будем проводить референдум, это опять судьбоносный референдум. Это возможность людям решать свою судьбу, показать Западу, показать любым
противником нынешнего государства, мы будем определять будущее Беларуси. Не вы, мы, не санкции, не давление, не купленные политики. Мы. И вот поэтому этот референдум так судьбоносен. И поэтому надо рассказывать о тех событиях, которые были в середине 90-х годов, когда народ смог показать, что он народ, и спасти страну. Я не мог сюда не прийти, не мог не участвовать, потому что я считаю, что все, что здесь происходит, крайне важно для будущего. Мы много говорим о работе с молодежью, но вот она, реальная работа. Дать им слово. Они должны говорить. Мы наговорились. Пусть молодежь скажет то, что она хочет сказать. И на мой взгляд, это крайне важно. Вот говорить правду, не бояться ее говорить, не стесняться. Мы очень много стеснялись. События, которые произошли в 2020 году, произошли еще потому, что мы очень иногда стеснялись говорить то, что у нас в голове. Стеснялись говорить правду. Пришло время показать, что мы не боимся. Поэтому я здесь. Поэтому здесь мои ребята, люди, которые меня поддерживают. И я считаю, что здесь нет политических разногласий. Партии, организации. Все это будет важно, когда гибридная война в отношении страны закончится. Тогда будем спорить, у кого какая идеология и кто считает, как в экономике так надо делать или так. Сейчас задача работать на единение страны, на сохранение страны и противодействие тем угрозам, которые сейчас есть в отношении Беларуси. Все остальное вторично. Я сейчас сознательно не критикую какие-то решения власти на местах. Почему? Считаю это все сейчас неважно. Важнее сохранить страну. Надо думать о глобальном. О глобальном. А референдум — это для меня глобальная вещь. Все это время мы жили в нашей стране. Правильно говорит наш президент, в санаторных условиях. Мы понимали, что проблема нашего общества в том, что мы не умеем брать ответственность, да, за себя. И понимаем, что та же проблема решает за себя, за кто-то за нас, кто-то другой. Но мы молодое, подрастающее, так скажем, поколение. Хотя я уже мама двух детей, я понимаю, что вообще вся ситуация августа прошлого года потрясла мою жизнь, взбудоражила. Я думаю, как и всех вас, и всех, всю страну. Мы понимаем, что молчать и сидеть и ждать уже невозможно. Нужно действовать. Мы решили, вообще основная идея была, мы понимали, что все протестные настроения были основаны на 20-30, а может 50 фейков, которые внедрялись в голову людям, особенно молодым людям, через телеграм-каналы, через соцсети, и люди выходили на улицы. Мы понимали, что нужно разбивать эти фейки, нужно доносить людям правду. Все проблемы наши от недосказанности, от недоинформированности населения. Но доносить нужно в простой форме, не только с помощью телевидения, да, не все его смотрят, но в том числе в ручном режиме приезжать и лично общаться с молодежью. И вот мы, молодые, простые люди из народа, проявили инициативу, опубликовали и упаковали нашу идею и дошли до самого первого. И нас поддержали. Вот вам зеленый свет действовать. Сегодня мы прошли вообще долгий тернистый путь, и вот сегодня начало нашего проекта. Мы стартуем сегодня. То, что будет дальше, расскажем. Сейчас не буду раскрывать все карты. Дождитесь до конца, вы увидите, будет очень интересно. Мы раскроем карты, покажем, расскажем, что будет. Но сама суть – это говорить правду. Мы ее не боимся. Мы понимаем, что проблемы есть, мы готовы их решать. Но начинать нужно с себя. Начинать. В наших проблемах виноват точно не Лукашенко. Если каждый из нас несет маленькую лепту в общую победу, мы обязательно победим. Представьтесь. Юлия Хлорович, организатор проекта. Так, народу все прибывает. Эти 25 лет были продемонстрированы. За эти 25 лет мы продемонстрировали миру альтернативные пути создания государства. Государство, которое может и уважительно относиться к человеку, и сохранять свой оборонительный потенциал, и созидать, самое главное, созидать жизнь, вот как называется мероприятие, в режиме правды. А потому мы должны об этом говорить громко, заявлять на всех площадках, потому что наши люди должны слышать голос нашего народа, нашего государства, нашего президента. Огромное спасибо организаторам за такое чудесное мероприятие. Они большие молодцы, я знаю, в короткие сроки сумели, ну вот, организовать такой вот настоящий патриотический форум, можно сказать. Поэтому будем работать, будем общаться. При работе над проектом новой конституции
собирали и учитывали самые разные мнения и предложения из народа. Подойдет на пользу основному закону. Я уверен, что Конституционная комиссия и все другие, которые последовали за ней, поработали на славу, и новый закон будет отвечать тем тенденциям в мире, которые сейчас происходят, и будет служить укреплению нашего государства. Учитывая наш путь за все эти годы и учитывая бурные события последних лет, мы стали сильнее? Мы стали сильнее, побеждали, побеждаем и будем побеждать. Спасибо. Нет, еще становится самым ценным ресурсом сегодня. Как бороться с фейками? Впору ли говорить о том, что Третья мировая война – это война информационная? Чтобы бороться с фейками, надо быть там, где происходят исторические события. Вот я, видите, немножко неряшливый, потому что полчаса назад только приехал с границы. То есть слушать правильных, настоящих людей, такие как сегодняшние спикеры, и видеть все своими глазами. И прокомментируйте еще интервью президента BBC. Как бы вы одним предложением назвали такой формат интервью? Позор Запада. Это позор Запада, лживого, подлого, клеветнического и победы нашей правды, нашего президента. И чуть подробнее, какое у вас осталось послевкусие? У нас самый лучший президент на планете. Ровно 25 лет назад заложена конституционная основа нашей государственности. Какими были эти 25 лет? Какие уроки мы из них вынесли? Какие уроки мы из них вынесли? С последними, так сказать, событиями мы все больше и больше укрепляемся в вере в то, что путь, избранный нами 25 лет назад, он единственный правильный и верный. Это то, что соответствует всем нашим традициям, всем нашим нормам, всему нашему мировоззрению. А скажите, пожалуйста, какая цель сегодняшнего мероприятия? Зачем вот люди собрались? Что цель нашего сегодняшнего мероприятия, не буду сейчас вам открывать вот полностью весь секрет, вы это все увидите, но я вам скажу одно. Сама идея – это энергетическая струя, та, которую мы постарались, и, надеюсь, нам получилось это сделать, нам удалось. Мы именно хотим энергетической струей взорвать информационное пространство, для того, чтобы обычные люди, наши граждане могли в легко доступной форме воспринимать информацию. Мы ее будем подготавливать, мы ничего не выдумываем, мы рассказываем правду просто в легко доступной форме, без официального языка. Спасибо. Спасибо вам за ваш труд. Спасибо. Заслужил право на правду и уважение. Острый для страны период дал нам героев нашего времени, политических обозревателей, экспертов, аналитиков, блогеров, которые, несмотря на реальные угрозы и риски, открыто стали на защиту своего государства. Да, сегодня представители современных медиа оказались настоящими воинами. Мы увидели на деле, что в современном мире так называемую демократию уже давно заменил цифровой диктат. И правит в этом мире откровенная ложь, хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации. Сегодня они создают негативный эмоциональный фон в обществе или, как вы говорите, информационный шум. Самое печальное, что этот искусственный виртуальный мир влияет на принятие реальных, фундаментальных политических решений на международной арене. Я всегда призывал вас, людей, формирующих общественное мнение, к соблюдению профессиональной этики. И сегодня, невзирая на негативный опыт прошлого, говорю, единственный антидот против информационного яда в виде фейков. Это правда. Правда и еще раз правда. Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте поаплодируем себе, что мы собрались здесь сегодня. Мы услышали слова нашего лидера, президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. И сегодня здесь мы с вами в исторический день. 25 лет назад, 24 ноября
Республики Беларусь прошел референдум, который заложил основы нашего конституционного строя, мира, стабильности. Нашей любимой Беларуси сегодня президент подписал очень важный указ. Двум ребятам, которые в этом году, в мае, отдали жизни за Беларусь, за каждого из нас, это Андрей Нечипорчик и Никита Куканенко, сегодня присвоено звание Героев Беларуси. У нас появились новые герои, и благодаря таким ребятам стоит наша страна. И сегодня здесь, в этом зале, мы даем старт новой, большой, народной просветительской программе. Почему здесь? Почему в Малом Дворце Республики? По-особому это сакральное место. На протяжении многих лет здесь подводятся итоги избирательных кампаний, референдумов. Отсюда мы узнаем самые важные политические новости, которые опять-таки формируют наш строй, нашу родную любимую Беларусь, которой был брошен вызов в августе прошлого года. Этот вызов, которым нас хотели испугать. Этот вызов, который, как сказал президент, основывался на фейках и неправдивой информации. Естественно, многие из нас были мобилизованы этим вызовом. Порой даже изменили свой привычный образ жизни. Изменили, чтобы отстоять свои принципы. Изменили свой образ жизни, но не изменили своей стране. Не предали свою страну. Не предали свои принципы. Более того, эти принципы стали по-особому нам важны. Они стали по-новому проявляться. То, что мы не ценили до августа 2020 года, мы стали переоценивать. Там, где мы были излишне успокоены, мы поняли, что должны бороться за себя, за Беларусь, за нашего президента, за каждого из нас, за своих детей, за своих родных, близких, потому что у нас хотели украсть не только настоящее, но и будущее. Представляет новый проект в режиме правды. Почему? Как это произошло? А к нам обратились такие неравнодушные люди. Люди, которые были разбужены этим вызовом. Люди, которые не могли мириться больше с ложью, не могли мириться больше с этими фейками, троллингом. Они не испугались, поверьте, как и многих в этом зале, тех, кто нас смотрит, их травили, им угрожали, но они по-прежнему стоят на своих принципах. И я с радостью хочу представить и гордостью этих прекрасных людей. Юлия Хомич, знакомство, прошу поддержать аплодисментами. Мать наук, мать своих детей, риэлтор. Юля, по каким причинам вдруг вас так заинтересовала политика, ведь вы до августа 20-го, наверное, вообще не интересовались ей? Да, всем привет, Александр Франович, вы абсолютно правы, но я думаю, меня и всех вас ситуация августа прошлого года потрясла. Нам всем был брошен вызов, и моя жизнь изменилась по многим причинам. Во-первых, потому что я поняла, что будущее и судьба моих детей в опасности. Во-вторых, повторюсь, мне был брошен личный вызов, и с этим спокойно я уже жить не могла. А в-третьих, после митинга 16 августа я окончательно поняла, что идет информационная война. И все мы с вами бойцы на этом фронте, и нам нельзя молчать. Ведь слово имеет огромную силу, а сила, как известно, в правде. А с кем правда, с тем и победа. И с тех самых пор я поняла, что больше молчать я не могу, и мы начали действовать. Хомич, муж Юли, бизнесмен, который, наверное, объехал полмира и делал бизнес в разных странах, но в конце концов семью он создал здесь, в Беларуси. Александр, почему и что случилось в 20-м? Да, я Александр Хомич, предприниматель. Я долго жил и работал в Америке, в России, проехал всю Европу, посмотрел мир. И в один момент я понял то, что для белоруса лучшее место для жизни, для строительства дома и семьи – это родная страна, это Беларусь. Но в августе 2020 года я понял также то, что мы можем потерять все, что мы построили в один момент. И мы приняли решение действовать. Ну а сейчас Станислав Яскевич, который образ многим знаком, человек, который не боится устанавливать национальные государственные флаги на самых высоких зданиях, гроза всех БЧБ, Станислав Яскевич, пожалуйста.
Я Стас Яскевич. Более 20 лет являюсь предпринимателем, а это значит, что привык жить с полной ответственностью за окружающий меня мир. Почувствовав агрессию в адрес своей страны, я, не задумываясь, стал в строй. Объехав полмира, я не понаслышке знаком с западной демократией и плодами ее проявления. Когда в августе 2020 года на мою родину напали, я почувствовал это как личный вызов. Сообща, нам всем удалось сохранить и предотвратить катастрофу. На улицах Минска снова чисто и безопасно. Но проблемы остались и в умах многих, и в социальных сетях. И наша команда ставит перед собой задачу навести порядок до самого конца. А сейчас самый музыкальный член нашей команды, тоже знакомый многим, когда на улицах ходили вот эти вот БЧБ-активисты, он записывал ролик «За Беларусь» Тимур Пряхин. Здравствуйте. Друзья, да, я музыкант. Последние годы я занимался тем, что радовал детишек своим музыкальным шоу, объехал множество городов нашей прекрасной родины. И, понимаете, я никогда не был ни на каких должностях. Я не занимал официальных постов. Я работал как индивидуальный предприниматель, занимался творчеством, нес радость людям, духовную радость. И в 2020 году этому мог прийти конец. Дело в том, что моя страна была погребена просто под тоннами фейков. Я смотрел на это все и негодовал до глубины души, потому что те люди, которые могли донести правду, в этот момент замолчали, переобулись, предали. И это те самые люди, которым страна дала все заслуженное, народное. Мои коллеги, деятели культуры, предали. И я понял, что в этот момент на мне лежит ответственность. И я должен доносить правду, искать единомышленников. Я их нашел, и сегодня мы здесь. Итак, наша креативная команда, такие же, как каждого там в зале, такие, как большинство белорусов, мы расскажем о нашем проекте, в нем будет много сюрпризов. Обязательно дождитесь до самого финала. Жалейте. Но сейчас давайте посмотрим, с чем ребята пришли к нам всего несколько недель назад, из чего и вырос наш проект, как говорят, внимание на экран. Уже больше года вся страна погружена в состояние тревоги и напряжения. Все это время мы живем, переживаем, общаемся с людьми и сделали для себя один очень важный, главный вывод. Наши люди обладают супермощной, сильной генетической памятью. И фундамент в нас заложен очень качественно. Мы созданы не для войны, не для вражды и разгрома. Но хорошо организованное внешнее воздействие деструктивных сил оказало пагубное влияние и сделало свое дело. Люди вышли на улицы. И тогда мы окончательно поняли, что судьба нашей страны в руках каждого из нас. И нам нельзя оставаться молчаливым большинством. И мы ответственно заявляем, наш проект в режиме правды просто жизненно необходим для общей победы. Протестные настроения вязаны извне и основываются на 40-50 фейках, которые профессионально подпитываются средствами массовой дезинформации через социальные сети и внедряются как вирус в организм нашего общества. Суть нашего проекта заключается в том, чтобы разоблачить фейки и донести людям правду. Мы достучимся до каждого. Очень важно показать людям, что положение дел в Беларуси совсем не такое, каким рисует его нам западная пропаганда. Родилась идея создания проекта, цель которого – донести правду в современной, простой форме с помощью слайдов, наподобие всемирно известной платформы TED. Это популярный формат, потому что это зрелищно, легко воспринимается показательно. Мы сформируем и подготовим команду спикеров, обучим их и отправим в путешествие во все уголки нашей страны. Ими станут молодые белорусы, лидеры общественного мнения, предприниматели, деятели культуры, эксперты, спортсмены. Те,
кому дорога судьба нашей страны. Помимо очных выступлений перед аудиторией, проект предполагает собой создание большого количества контента, который очень хорошо подойдет для социальных сетей. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ВКонтакте. Мы донесем правдивую информацию именно так, как привыкли получать ее пользователи. В качестве яркой упаковки. Из данных, которые мы систематизируем, мы создадим подробный отчет в полиграфии хорошего качества. В нем будут разобраны фейки с комментариями белорусских и международных экспертов. Данный отчет должен быть в каждой школе, на каждой кафедре, в каждой воинской части. Мы уверены, что если человек точно знает правду, то его очень сложно обмануть. Мы – молодые, креативные, перспективные белорусы, которые сделали себя в этой стране сами. Мы очень благодарны нашим родителям. Мы знаем, чем можно и нужно гордиться, и мы донесем это каждому. Что ж, давайте поаплодируем нашим смелым ребятам. Конечно, наш проект ни в коем случае не предполагает такую, знаете, лощеную действительность. Нет, мы действительно будем говорить правду, не закрывая глаза на какие-то недостатки. Ведь чем слаб наш противник и сильны мы? Они думают, что мы боимся правды, а мы на правде стоим. А теперь давайте я вас более предметно познакомлю с нашим проектом, что непосредственно он предполагает. Итак, мы в первую очередь решили обратиться, конечно же, к специалистам. Нам нужны аргументы. Мы решили обратиться к тем людям, которые знают, о чем они говорят. Итак, наша экспертная группа. Игорь Александрович Марзалюк, давайте поприветствуем. Он едет со встречи с избирателями. Мне только что отзвонился, езжает в Минск. Член, корреспондент Национальной академии наук, председатель постоянной комиссии Палаты представителей по культуре, образованию и науке. Все вы его, конечно же, знаете. Андрей Иванович Иванец, главный ученый-секретарь Национальной академии наук, доктор химических наук, один из самых ярких наших молодых ученых, человек, который в науке и технологии знает, наверное, почти все. Андрей Владимирович Савиных, он сегодня с нами в зале. Андрей Владимирович, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, один из самых опытнейших наших дипломатов. И Сергей Григорьевич Мусиенко, руководитель аналитического центра ЭКО, лауреат специальной премии президента. Да, уникальный проект, гордость за Беларусь. Естественно, постоянно появляются новые факты, и мы просим членов нашей экспертной группы постоянно ими с нами делиться, для того, чтобы мы доносили их до вас. Итак, формы проекта. Мы знаем, о чем сказать, но, безусловно, нужно уметь это говорить. Нужно говорить это на современном языке. Еще один фейк, который нам бросают, а это не так, что якобы сторонники Лукашенко не креативные, где-то там застряли в совке. Но, честно говоря, я считаю, что и в Советском Союзе было не все так плохо. Я думаю, что и вы так же считаете. Но мы-то на самом деле еще покреативнее, чем наши противники, иначе они бы здесь сидели, а не мы. А власть всегда была и останется за нами, потому что за нами большинство народа, мы это знаем. И мы едем к людям, мы едем в регионы. Итак, мы по максимуму в самое ближайшее время, буквально с начала следующей недели и до февраля месяца, охватим большинство регионов нашей страны. Безусловно, все мы понимаем, сейчас очень ответственный период, это конституционная реформа. И поэтому мы в том числе делаем упор на разъяснение новых норм в Конституции. Какие же изменения будут в нее внесены? Но Конституция – это только отражение нашей жизни и более широкому кругу вопросов. Мы охватим всю Беларусь. Топовые темы. Фейков очень много. Наверняка вы все их слышали. Беларусь – последняя диктатура Европы. Экономика у нас не развивается. Я, вы знаете, посмотрел на начало этого года, конец прошлого, какие прогнозы были в отношении белорусского рубля к 1 декабря. Знаете, какие? 4,57, все рухнет, да какой там рубль, будет уже российский. И где эти прогнозы? Где эти экономические эксперты, в кавычках, которые все это предсказывали? Поэтому мы должны людям доносить эту правду, опять-таки, основываясь на новых форматах. Мы выбрали вот эти 10 основных фейков. Мы не боимся отвечать на эти вопросы. Защищает ли государство от ковид? Закончились ли протесты? Что, в Беларуси действительно власть силовиков?
и так далее. Этой ложью. Они пытаются спрятаться за этими словами. Они боятся наших аргументов. Каждый в этом зале, кто вступал в дискуссию, если так можно назвать, в социальных сетях, наверняка это подтвердит. Когда ты говоришь с аргументами, когда ты говоришь с фактами, они пытаются уйти на эмоции и в чем-то тебе объяснять. Ярчайший пример – это бело-красно-белый флаг. Нам не нужно выдумывать байки про свой государственный флаг. Это они придумывают, что их флаг был сделан в 15 веке, что их флаг был на картинах 16 века, а это ложь. Их флаг был нарисован Клавдием Душевским в 1917 году. И, внимание, на деньги, которые выделил советский совнарком и конкретно Народный комиссариат по делам национальности во главе с кем? Со Сталиным. Поэтому к вопросу, что у нас сталинский флаг или у кого-то еще, наши флаги на самом деле зародились примерно в одно и то же время. Но наш национальный флаг, да, он преемник флага БССР, утвержденного в 1951 году. Но в этом флаге и знамена всех партизанских бригад, которые входили в Минск, в этом флаге и знамена белорусского национального движения, которое создавало Белорусскую Советскую Республику. Нам не надо этого стесняться, нам не надо придумывать ложные легенды. Это по каждой теме мы таких примеров можем привести множество. Кто спикер? Безусловно, находясь в условиях конституционной реформы, мы сделали упор на членов конституционной комиссии. Это те люди, которые вносили предложения, которые советовались в том числе и с вами. Они представляют различные категории наших граждан. И, безусловно, теперь их задача пойти к людям в разные регионы и объяснить, что же меняется, как это повлияет на жизнь каждого из нас. Но кроме того, мы добавили туда экспертов из самых разных социальных групп, людей авторитетных, людей, кого мы называем лидерами общественного мнения. А кто это? Это те, кто состоялся в нашей стране, как Юлия Хомич, как Александр Хомич, как Тимур Пряхин, как Станислав Яскевич, и которые не испугались, которые не спрятались под плинтус в августе прошлого года, которые готовы отстаивать свою точку зрения. У нас таких людей множество, и они готовы разговаривать с каждым из вас, они готовы разговаривать с оппонентами. Нас призывают к дискуссии, но дискуссия должна быть основана на аргументах. Мы это сделать. Совсем скоро, я надеюсь, очень волнуюсь, но все-таки выйдет телевизионная программа, в котором наша креативная команда, ребята, очень кратко и доступно будут раскрывать каждый из этих мифов, которые в последнее время создаются вокруг Беларуси. Фактически, наши противники пытаются спродуцировать такую черную легенду вокруг Беларуси, как некого такого черного пятна посреди Европы. У ребят уже готовы сценарии нескольких выпусков, следите за программой, и совсем скоро появится на экранах «Беларусь-1», проект телевизионный в режиме «Правды». Вот эти лица вы увидите на экранах «Беларусь-1». Кратко, доступно и, самое главное, часто будет доноситься эта информация, тем более во время встреч в регионах многие из вас обращались с просьбами, где можно почерпнуть информацию. Сейчас это будет доступно и не только, безусловно, из эфира. Мы, современные люди, понимаем, что социальные сети, мессенджеры сейчас определяют очень многие. Мы вас собирали здесь через регистрацию в социальных сетях. И если бы не социальные сети, возможно, вы... Социальные сети, некоторые говорят, это угроза. Так я вам хочу сказать, не было в Беларуси никакой телеграм-революции. Не было нигде никаких фейсбучных или твиттерных революций. Это только способ коммуникации. Это только способ донесения информации. Мы же с вами не называем Октябрьскую революцию газетной или почтовой телеграфной. Потому что газеты, почты и телеграф тогда играли большую роль. Да и сейчас никакой революции не было. Просто до поры до времени мы не очень активно пользовались этими способами коммуникации. А сейчас умеем. А сейчас у нас пол первого больше 100 тысяч подписчиков. А сейчас на наши ведущие телеграм-каналы несколько десятков тысяч подписчиков. А сейчас один из членов нашей команды, Антон Шабашов, собирает на свои ролики в YouTube-канале. Мы научились это делать, мы освоили и теперь готовы этим каналом пользоваться для того, чтобы доносить нашу информацию. И в нашем проекте много сюрпризов.
Некоторые будут раскрываться по ходу сегодняшнего мероприятия. Еще раз говорю, оставайтесь до самого финала, поверьте мне, не пожалеете. И один из таких сюрпризов – ночь в режиме правды. Такого в Беларуси я не припомню. Будет ночь, но это будет интеллектуальный марафон. Будет, как говорит наш президент, очень интересно. Мы планируем провести это, догадайтесь, почему, примерно в середине февраля. Может быть, на День Святого Валентина, может быть, раньше. Но поверьте, будет очень интересно. Пользуясь случаями, я вас заранее приглашаю. Все, кого вы любите, все, кому вы доверяете, будут там. Будет весело и доступно. Итак, это наш проект. Безусловно, в феврале он не завершится, мы намерены его продолжать. Но а сейчас у нас много импровизации. Волнуюсь. На эту сцену я приглашаю Александра Павловича Шпаковского. Сейчас мы проведем эксперимент. Александр Павлович великолепно владеет любой информацией. Ребята сделали слайды. Он их до конца еще не видел. Но Александр Павлович настолько опытный эксперт, что я убежден, что он прокомментирует, тем более тема будет, Александр Павлович, самая актуальная. Кризис с беженцами. Итак, пилотная презентация проекта в режиме правды. Слово Александру Шпаковскому. Развенчиваем миф. Здравствуйте, друзья. Ну, для меня это действительно своего рода экспромт. Я когда приехал, меня попросили прокомментировать. Скажем так, слайды не мои. Вот. Я благодарен тем, кто составил эти слайды. Я их, правда, до конца не видел. Ну что ж, будем пытаться вместе с вами. Я думаю, какие-то факты для вас будут новыми. Что-то, может быть, будет новое для меня. Но мы вместе будем искать эту правду и будем развенчивать ту ложь о нашей стране, которую распространяют, видимо, те, кто не хотел бы, чтобы мы жили в мире, достатке, благополучии, дружбе. Итак, первый слайд. Первый слайд, как видим, да, заключается в том, что Лукашенко якобы организовал поток мигрантов через Беларусь в Европу. Нам навязывают этот факт, что президент Беларуси инициировал миграцию беженцев в Европу как месть. Ему якобы это выгодно. Но я вам могу в этом плане сразу поделиться собственным опытом участия в переговорах с представителями Европейского Союза, работы в координационной группе Беларусь-Европейский Союз и отметить, что именно тематика охраны границ никогда не подвергалась ни ревизии, ни критике ни с нашей стороны, ни со стороны наших. Тогда, когда у нас были партнерские отношения в данном вопросе, и в тот период времени Госпогранкомитет, другие структуры, несли службу, ограничивали поток беженцев, мигрантов через нашу страну. Во всех силовых структурах существуют линии по борьбе с нелегальной миграцией. И, в принципе, европейцы всегда высказывали Беларуси благодарность по данному поводу. Что произошло после 9 августа 2020 года, о чем неоднократно говорили наши официальные должностные лица. Европейский Союз, в первую очередь усилиями такого государства, как Литва, вот, фактически сложилась ситуация, когда хвост виляет собакой. То есть Литва никогда не сталкивалась с потоком иммигрантов, в отличие от Германии и Франции, для них это не было проблемой. И они решили абсолютно так по-хулигански разорвать все контакты с Беларусью в этой сфере. Наш президент их предупреждал. С апреля месяца Министерство иностранных дел пыталось достучаться до европейской стороны о том, что вы знаете, на каком-то определенном этапе будут сложности для всех. Не только для нас, но и для вас. В итоге порядка 5000 мигрантов в Литве в фильтрационных лагерях, несколько тысяч в Польше, около 10000 в Германии, несколько тысяч у нас. И это только те, кто как бы официально сдались правоохранительным пограничным структурам. Кому это выгодно? Ну ясно, это не выгодно Беларуси. Мы несем определенные финансовые издержки, мы пытаемся помогать этим людям на сегодняшний день. Единственное, вот из тех, кто реально бывает на границе, не для того, чтобы там выстроиться, сфотографироваться. Вот, это белорусское общественное объединение, это представители нашей государственной власти. И как бы не критиковали нас за это многие, мы продолжим этим людям помогать. Потому что в отличие от тех, кто лживо заявляет о своей толерантности, демократии, белорусы не свиньи. Хотя явно эти люди, я имею в виду беженцы, стремятся не к нам, а к кому они стремятся, мы поговорим чуть позже.
Ну а здесь на этих слайдах представлены комментарии в социальных сетях, в которых нам еще предстоит достучаться, чтобы объяснить им суть происходящих на сегодняшний день в нашей стране процессов. Здесь вы можете увидеть, насколько невежественно сознание отдельных наших сограждан, хотя, зная, что такое интернет, я не поручусь, что это писали пользователи из Беларуси или белорусы. По нам работают и из Польши, и из Украины, профессиональные боты, лица, состоящие на военной службе, поэтому многие из этих комментариев, конечно, могут быть и высосаны из пальца. Ну, внимание, вопрос. Я думаю, многим из собравшихся здесь прекрасно известно, от чего они бегут. Более того, беседуя с мигрантами, я сам лично не общался, скажу правду, но вот с теми, кто в лагере, общался с теми, кто в Минске. Но вот мои коллеги, которые беседуют с мигрантами, говорят, что некоторые из этих людей отвечают, что ни при каких обстоятельствах, ни за какие деньги мы не вернемся домой. Даже в этом логистическом центре, где холодно, голодно, вот, нам гораздо лучше, чем дома, потому что нам угрожает опасность. Нас могут убить ежедневно и ежечасно. Кто в этом лагере находится? В чем разница между мигрантами и беженцами? Вопрос. Мигранты — это переселенцы, вне зависимости от причин. Мигранты — это, например, те, кто решил поменять жизнь в Беларуси на более обеспеченную, как им казалось, жизнь в другой стране. Хотя далеко не все из них находят то, что искали, и многие потом возвращаются. Принцип мигрант и миграция — это добровольное решение. Мигранты бывают легальными, те, которые соблюдают законные процедуры перемещения из одной страны в другую, и нелегальными, не желающими соблюдать эти процедуры. А беженцы — это совершенно другое. Это люди, которые оставляют свои родные места вследствие войны или стихийных бедствий. На Ближнем Востоке, откуда основная масса беженцев, прибывших в Беларусь, многие годы идет война, развязанная Западом. Я до сих пор вспоминаю беседу с одним из международных чиновников, который сейчас вот прибыл в нашу страну для инспекции вот этих вот пунктов размещения беженцев, значит, якобы для помощи им. И он мне говорил, что для того, чтобы изучить арабский язык, в начале 2000-х годов очень много жил в Сирии. И это не мои впечатления, его это. Такой же, как Ливия, многие другие страны. Да, там были определенные проблемы. Но с момента, когда туда пришел Запад со своими стандартами, там точно легче не стало. И миллионы людей вынуждены были оставить родные дома, стать беженцами и устремиться в обеспеченные страны Европейского Союза, туда, в те государства, которые преподносят свой образ жизни, свою модель как витрину. Ну, вы можете посмотреть на эти кадры. Я думаю, многие, кто следит за репортажами наших государственных СМИ, да и не только, могли убедиться, вот, кто действительно проявляет сострадание, кому не безразлична судьба людей, ну, а чьи заявления о так называемых ценностях остаются пустыми декларациями, которые не основаны, в принципе, ни на чем. Я уже говорил по категориям людей, которые стремятся в Европу, это афганцы. А мы знаем, что в Афганистане Соединенные Штаты Америки и их союзники развязали фактически войну с начала 2000-х годов и более 20 лет рассказывали местным людям о том, какие преимущества имеет западная модель развития. Ну, когда пришел к власти Талибан и когда американская армия позорно бежала, они бросили всех тех, кто им поверил. То же самое касается иракских курдов. Курды — это вообще, на мой взгляд, один из самых несчастных народов планеты. Достаточно крупный многомиллионный народ, однако не имеющий своей государственности, разделенный между другими странами и уже многие годы борющийся за право на суверенное развитие. На определенном этапе, когда Соединенным Штатам Америки было выгодно, значит, свергать Саддама Хусейна либо противостоять отдельным исламистским группировкам, иракские курды были их верными союзниками. Они накачивали их деньгами, оружием, обещали разные гарантии, но потом бросили, в общем-то, как и всех остальных. Потому что, ну, надо понимать, ментальность англоамериканцев, и надо четко для себя знать, что общаться с этой категорией людей, особенно с их политической элитой, можно только с позиции равенства и силы. Ибо слово белого джентльмена весит ровно столько, насколько оно дано белому джентльмену. Ну, здесь, опять-таки, очень качественно, на мой взгляд, подобранные иллюстрации к тому, о чем я говорю. Как вы помните,
Тогда поводом для вторжения в Афганистан был приход к власти в этой стране исламской группировки «Талибан», которая в течение нескольких лет управляла в Афганистане. Конспирологи говорят, что мировые правящие круги не устроила политика «Талибана» в отношении борьбы с наркотиками. Я не буду утверждать, что это однозначно так, но статистика говорит нам о том, что производство наркотиков, опиатов в период правления «Талибана» в тот период действительно снизилось. Возможно, для кого-то будет сюрпризом, но в числе активных помощников были государства постсоветского пространства, Грузия, Украина, Молдова. Они тоже искали какого-то счастья в далеком Афганистане и направляли в качестве подтверждения своей лояльности Вашингтону туда свои воинские контингенты. И многие люди, кстати, с этой войны не возвращались. Ну, результаты нам известны. Вот, что касается производства наркотиков, опиатов, здесь дана цифра в 10 раз, отдельные эксперты называют в 50 раз. Речь идет о огромных прибылях в триллионы долларов. И мы прекрасно понимаем, что легализовать такие деньги без участия международной банковской системы фактически невозможно. Может быть, действительно именно в этом стоит искать причины американского присутствия в Афганистане и отчасти активного такого быстрого бегства из этой страны, потому что от опиатов постепенно мир переходит к другим наркотикам синтетического рынка, и, может быть, нет необходимости контролировать опийное производство. Но это, опять-таки, такие мои измышления, вы их можете принимать, можете нет, но я рассматриваю эту ситуацию в том числе и под этим углом. Иные результаты тоже общеизвестны. Сотни тысяч людей, в то или иное время вступавших в коллаборацию с проамериканским режимом, оказались фактически в очень сложной ситуации. Многим из них грозит физическое уничтожение, многим тюремное заключение, либо остракизм со стороны соотечественников. И все вы видели кадры из Кабульского аэропорта, когда они фактически бросили всех этих людей на произвол судьбы. Более того, военнослужащие Соединенных Штатов Америки открывали огонь по толпе, которая пыталась найти у них защиту, опасаясь преследования со стороны военнослужащих движения «Талибан», которое теперь, в отличие от ситуации 20-летней давности, в принципе проходит этап международной легализации. Я абсолютно убежден, что уже в краткосрочной перспективе правительство талибов будет частично признанным, а затем и полностью международно признанным. Вы видите эти кадры, это действительно так. Я думаю, что... Ну вот посмотрим. Ребята дали вот этот самый жуткий кадр, где люди цеплялись за шасси американского самолета. Я бы это вот назвал «Западная мечта». И рекомендовал бы всем нашим поклонникам этого образа жизни и искренне верящим, наивным людям, которые считают, что кто-то в Беларуси будет разбрасывать вертолетные деньги, и Запад на протяжении более чем 20 лет инвестирует в свержение Лукашенко для того, чтобы осчастливить конкретного Васю из города Рогачев, да простят меня рогачевцы, например, или другого какого-то районного центра Беларуси, я бы рекомендовал бы всегда всматриваться в кадры висящих на шасси американского вертолета афганцев. Вот это и есть тот самый, наивный Вася, которому вешают на уши лапшу и пытаются таким образом заставить предавать собственное государство и служить целям иностранных господ. Здесь дальше речь, видимо, пойдет о вторжении в Ирак. Это вообще очень интересная история. Ну, видите, да, то есть Кондолиза Райс, это известный американский ястреб, она была сторонником максимально интервенционалистской политики США, вторжение Соединенных Штатов Америки в различные страны и регионы, где необходимо было утвердить господство североамериканских корпораций, либо добиться свержения неугодных правителей. Для этого использовалась грубая военная сила. Россия на тот момент была еще слаба, Китай не набрал такие обороты экономической мощи, как сейчас, и США фактически глобально доминировали на планете, выполняя роль такого мирового полицейского. Вообще, в целом, глобальное доминирование, оно лежит в основе всех внешнеполитических доктрин Соединенных Штатов Америки, вот, и, естественно, является их целью на долгосрочный период. Ржет. Вот кто помнит то время, должны хорошо из выпусков новостей помнить
о том, что они обвиняли Саддама Хусейна в разработке некого химического оружия. Иракское правительство с трибуны ООН пыталось всячески доказать, что химического оружия у них нет. Саддам Хусейн не был ангелом. Его можно обвинять во многих, скажем так, грехах. И в политическом смысле, и с точки зрения прав человека, но в то же самое время стоит напомнить, что и он начинал когда-то как союзник Соединенных Штатов Америки. По поручению США и при поддержке США Хусейн развязал в свое время войну с Ираном. Вместе с тем, впоследствии, выйдя из-под контроля своих западных патронов, пытаясь проводить самостоятельную политику, Ирак – богатая нефтью страна. И здесь возникали противоречия с интересами мировых нефтедобывающих корпораций. Хусейн попал, скажем так, в зону критики и стал одним из наиболее преследуемых лидеров тогдашних государств Вашингтона. То есть он олицетворял на определенном этапе зло. И вот все возможные преступления приписывались Хусейну, в том числе разработка химического оружия. Иракских представителей на трибуне ООН никто не слышал. Изначально удалось сформировать убеждение путем фейков, манипуляций, подкупа, шантажа, что Ирак лжет, о чем и говорила госпожа Кондолиза Райс. Дальше последовало небезызвестное шоу с пробиркой. Я очень благодарен, что вели, по той простой причине, что, на мой взгляд, это просто квинтэссенция хлестаковщины в исполнении западных политиков. Говорят, что Колин Пауэлл не хотел произносить эту речь на трибуне ООН, потому что госсекретарь США понимал, какую чудовищную ложь и чушь, какую мистификацию его втягивают. Теперь общеизвестно, что в пробирке, которую Колин Пауэлл демонстрировал членам Совета Безопасности, не было химического оружия. Там была какая-то другая субстанция, вот, не имеющая совершенно никакого отношения к военным целям и безопасная с точки зрения потребления. Вместе с тем, вот после этой мистификации, фактически показав пробирку со стиральным порошком, Колин Пауэлл заручился согласием на вторжение в Ирак, и с этого момента началась война в этой стране и страдания иракского народа и других народов, населяющих Ирак. Потому что, повторюсь, как бы ни относиться к Саддаму Хусейну, он обеспечивал стабильность в данном государстве, он разными способами обеспечивал шиитами, суннитами, межэтнический мир между иракцами, курдами, другими национальностями. Тем не менее, все это закончилось с вторжением американцев, после которых сначала последовало восстание, гражданская война, но затем появилось такое уродливое образование, как ИГИЛ. Так это все было. Как вы помните, Саддама Хусейна они впоследствии нашли и показательно повесили. Ну и в целом гуманитарная катастрофа, более 1 миллиона жертв. Я здесь вот хотел бы напомнить тоже присутствующим, что когда в Европе происходят какие-то террористические акты, например, исламисты нападают на Шарли Эбдо, аватарки многих белорусов, просвещенных в Фейсбуке, украшаются, скажем, французскими флагами. Вместе с тем террористические акты для Ирака – это повседневная реальность. Более 1 миллиона жертв. Наша страна в годы Великой Отечественной войны потеряла, по официальным данным, 3 миллиона 600 тысяч человек. Здесь это сопоставимо, и вместе с тем мы знаем, что в мире об этом практически никто не говорит. Естественно, нельзя забывать о роли наших польских соседей. Их инцидент в Ираке многие годы составлял несколько тысяч человек. Они всегда настолько спешили угодить Вашингтону, быть любимой женой Соединенных Штатов Америки, что вот даже на Ближний Восток были направлены контингенты польских вооруженных сил, там они получали боевой опыт, там они утверждали и боролись за евроатлантические интересы и цели. Мне это напоминает, знаете, какую историю? В начале Великой Отечественной войны, когда немецко-фашистские войска наносили поражение Красной армии одно за другим и очень стремительно наступали, Муссолини настолько боялся не успеть захватить колонии на Востоке, что даже у перевозчиков, ну то есть у гражданского населения были конфискованы автомобили, потому что немцы наставили на моторизованных военных частях, и эти автомобили там в том числе были направлены на Восточный фронт под видом военной техники. Вот примерно так же Польша, Литва, Латвия, многие другие страны, явно не имеющие серьезных интересов в этом регионе,
Ближнем Востоке, в Африке, в других регионах, где присутствует американская интервенция, пытаются вместе продемонстрировать свою лояльность и доказать возможность и право участвовать в последующей дележке пирога. Потому что, естественно, за словами о демократии, на мой взгляд, всегда следуют определенные грабительские цели. И не зря в Сирии американские войска сейчас контролируют именно те районы, которые богаты нефтью и другими полезными ископаемыми. Тони Блэр, как мы знаем, иногда западные политики после ухода из активной политической жизни, когда они становятся советниками, бизнес-консультантами, в том числе работают в нашем регионе, на Востоке, на постсоветском пространстве, иногда начинают говорить правду. В данном случае вот большебританский премьер-министр, в общем-то, признался в истинных причинах, целях вторжения в Ирак и действительно сказал правду о том, что это вторжение стало одной из предтеч появления исламского государства Ирака и Леванта. Более того, рискую предположить, что появление ИГИЛ на определенном этапе тоже было выгодно евроатлантистам и стоящим за ним крупным капиталом, потому что позволяло таким образом увеличивать военное присутствие под предлогом защиты демократии, брать под контроль нефтеносные районы. Вот. И кроме того, важный вопрос. Каким образом мы с вами узнали вообще о существовании ИГИЛ? Естественно, все смотрели эти ужасные ролики с отрезанными головами в социальной сети YouTube. А кому принадлежит YouTube? И почему наши западные, скажем так, контрпартнеры могут вырезать оттуда канал, например, Следственного комитета Республики Беларусь, ролики в поддержку Дональда Трампа, иной неугодный контент? А вот эти вот видеосюжеты, пропагандирующие насилие, экстремизм, долгое время там оставались и были доступны для широкой публики. Наверное, кому-то хотелось, чтобы мир узнал об ИГИЛ и оправдывал любые методы, любые финансовые вложения для борьбы с этой организацией, которая, в общем-то, и выросла из американской интервенции в доселе, вернее, до того, достаточно спокойный Ирак. Ну, понятно, да, что в шутку, скажем так, эти люди учат нас ковыряться в носу. Можно здесь добавить, что за последние 10 дней с применением полицейского насилия они разгоняли демонстрации и антиковидные протесты в Брюсселе, Праге, Мадриде, Загребе, Вене. Но при этом диктатура почему-то в Беларуси и именно в нашей стране, где ничего подобного не происходит уже достаточно долгое время, после того, как просто-напросто мы им дали по рукам в прошлом году, вот почему-то именно в нашей стране диктатура. Ну, это опять-таки никого не подталкиваю никаким выводом, и вас призываю сделать то же самое в общении с друзьями, соседями, членами семьи. Но просто нужно сопоставлять разные примеры и пытаться анализировать те или иные события, вот, находящиеся между собой нередко в прямой связи, а иногда внешне кажущимися далекими друг от друга. Тем не менее, как мы видим, и Беларусь, и Ближний Восток вроде бы не близкие регионы, а все достаточно тесно переплетено. Ну да. Здесь список различных структур, воевавших в Сирии. Могу тоже напомнить эпизод из своей жизни. Я в 2012 году по приглашению одного аналитического центра был на мероприятии в городе Страсбург. Это назывался World Forum for Democracy. Значит, такое достаточно широкое мероприятие с серьезным представительством. Я помню, как тогда в зале, значит, значительная часть собравшихся в прямом смысле приветствовала вторжение в Сирию и требовала бомбить, бомбить и бомбить Сирийскую Арабскую Республику. Что касается ООН, то здесь вообще, к сожалению, стоит признать, что ООН не выполняет те функции, ради которых эта организация создавалась после Второй мировой войны. Фактически на сегодняшний день это дискуссионная площадка, где можно заявить свое мнение, однако вовсе далеко не факт, что это мнение вот, или даже решение Совета Безопасности ООН будут обязательными для выполнения. Верховодит там группа государств во главе с Соединенными Штатами Америки и путем, опять-таки, шантажа,
путем подтасовки фактов, путем давления, они пытаются продвинуть те решения, которые выгодны их политической и финансовой верхушке. При этом мнение других государств зачастую просто-напросто не учитывается. С другой стороны, Беларусь в составе Организации Объединенных Наций, мы одна из стран-основательниц, опираемся на партнерство с такими государствами, как Россия, Китай, Турция, иные страны, Индия. Это дает возможность достаточно уверенно нашей стране смотреть в будущее, несмотря на попытки изолировать Минск со стороны Запада. Ну и естественно, если мы говорим о Сирии, то всегда белорусское правительство поддерживало законную власть Сирийской Арабской Республики. Более того, неоднократно в лагере